Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! Сегодня предлагаем приготовить вкусные вареники из черешни, которые не так сложно приготовить, как кажется на первый взгляд. Для приготовления нам понадобятся ингредиенты, указанные в списке. Начинаем с приготовления теста. Тесто можно приготовить в хлебопечке или замесить руками. Хлебопечка отлично справляется с этой задачей. В чашу хлебопечки налейте воду комнатной температуры, добавьте соль и просеянную пшеничную муку. И запустите программу теста. В разных моделях процесс приготовления теста длится по-разному. В процессе наблюдайте, чтобы образовался плотный колобок. Если колобок жидкий, подсыпайте немножко муки. Готовое тесто раскатайте в тонкий пласт. Если нужно, подпылите доску мукой и с помощью обычного стакана вырежьте кружочки. Удалите лишнее тесто и на каждый кружочек уложите 2-3 черешенки. Предварительно ее промойте и удалите косточки. И хорошо защипните руками, чтобы во время варки вареники не разварились. Если вы сейчас не хотите кушать вареники, их можно заморозить в морозильной камере. Или опустите в горячую воду, кипящую, обязательно немножко подсолите и варите минут 5-7 после кипения. Вкусные вареники с черешней готовы. Сдобрите их сливочным маслом. Подайте со сметаной или со сладким кремом. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты.